Здравствуйте, ребята. Еще один маленький короткий видос, как должен выглядеть проем перед монтажом, да? Вот у нас он вроде бы хороший проем, да, с четвертью, но он грязный, поэтому нужно его почистить, сделать, чтобы он выглядел хорошо. Поехали. У нас тут будет добавочный профиль внизу, и поэтому вот эта часть, она должна быть, вся должна быть чистой. То же самое наверху. Перед монтажом конструкции обязательно нужно проем почистить тем, чем мы сейчас и займемся. Обязательно очки. И поехали. Тут залита стяжка, и ребята со стяжкой немножко вышли сюда. Мы, если вставляем нашу дверь, то стяжка не позволяет, поэтому нужно будет вот эту часть отбить. После чего мы его почистили, сейчас нужно осталось его просто намочить брызгалкой, и сюда можно уже вставлять конструкции для монтажа. Сейчас уже можно сюда вставлять конструкции. Если видос понравился, ставим палец вверх, подпись и до скорой встречи. Пока-пока.